Лафайет обещал мне несравненный флот и непревзойденного капитана. А я вижу один старый корабль и мальчишку в костюме. Обещаю, мы то, что вам нужно, адмирал. Сильно сомневаюсь, но дареному коню... А нужные мне корабли? Они ваши, если мы это переживем. И что мне нужно сделать? Удержите залив, я атакую основной флот. Сунутся британцы, уничтожьте. Не пускайте их к Йорктауну. Саранча! Сколько их, по-твоему? Много.
мы. Надеюсь, адмирал вернется быстро. Враг приближается! Ладно, ребята, готовьтесь к бою! Кажется, они здоровы. Ну, готовьтесь! Есть! По сигналу! Фальконеты! Огонь! Берегись!
Есть повреждения? Все в порядке! Блин! По сигналу! На дно их! Фальконеты! Стоять! Огонь! Они придут. Мы должны удержать залив. Это безумие. Ты один, и у нас нет подкреплений. Ха-ха-ха! Давай, кто там у тебя? Сейчас кто-то подкрутится! Берегитесь, капитан! Дайте пол паруса! Слева, Пеп! Чтоб мне лопнуть! Линейный! Нас атакуют! Они залезли! Руки больше нет! Нам больше нечем защищаться! Это чудище нас подобит! Осторожней! Не зевай, парни! Он же не собирается на абордаж, правда? Он с ума сошел! Из-за него нас всех убьют! Бортовой залп! Стоп!
чокнутый. Вовремя! Вы один потопили этого Левиафана. Возможно, Лафайет не преувеличил, расхваливая ваши способности. Мои корабли к вашим услугам. Чего вы хотите? Пусть 5 из них войдут в гавань Нью-Йорка под британским флагом. Стоп, стоп! Я думал, нужно избавиться от пиратов или доставить груз. А вы просите обстрелять Нью-Йорк? Нет. Конечно, нет. А. Только часть. Объяснитесь. Я хочу проникнуть в Форт Джордж, но он хорошо защищен. Обстрел должен пробить стены и разогнать охрану. Корабль с французским флагом не сможет к нему подойти. Вы понимаете? Нисколько. Но слово есть слово. Даже данные лунатики. Я зажгу сигнальный огонь, когда придет время атаковать. Вы слышали? Заберите их флаги, мы пойдем под ними. Живее! Коннор, с возвращением! Все на местах. Вы! Лафайет ждет вас в туннеле под городом. Человек вряд ли будет меч. Коннор! Этот туннель ведет в нужный вам округ. А адмирал? Он ждет вашего сигнала. И тогда нанесет удар. И мы тоже будем там. Thank you.
типа. В состоянии сражаться. Надо избегать часовых. Где ты, Чарльз? Его нет. Одолеть меня, Коннор. Ты способный мальчик, но навыков у тебя не хватит. Отдай мне Ли! Ни за что. Он залог лучшего будущего. Стаду нужен пастух. Он осужден всеми и изгнан. Он вам уже ничем не поможет. Это ненадолго. Он еще вернется. Решать, что я и Орден беги в миру! Мы не тронули твой народ! Сдайся, и я тебя пощажу. Смелые слова для умирающего. На себя посмотри. Даже когда вы отпразднуете победу, мы возродимся. Знаешь почему? Потому что Орден нас приводит в понимание. Нам не нужно кредо или ложь отчаявшихся стариков. Нам нужно, чтобы мир оставался собой. Почему тамплиеров нельзя уничтожить? Думаешь, я проведу рукой по твоей щеке и скажу, что был неправ? Я не стану рыдать и жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь. Но я горжусь тобой. Ты проявил убеждение, силу, мужество.
благородные черты. Надо было убить тебя раньше. У нас проблема. У Хейтема больше нет амулета. Но данные из храма поступают. Тут явно что-то еще. Лишь один способ узнать. Мой отец мертв. Теперь тамплиеров возглавил Чарльз Ли. Я вижу, почему наша война вечна. С доски убирают фигуру, возникает новая. Шаг вперед, шаг назад. По всему миру. Сквозь века. Порой моя задача кажется невыполнимой. Но нельзя поддаться сомнениям. Я нужен Магавкам. Сейчас больше, чем прежде. Я остановлю Орден. Я убью Чарльза Ли. Почтить память великого человека, стремившегося изменить мир. И он это сделал. Оглядитесь! Англичане уже готовятся отступить. Их дух сломлен, силы разобщены. Скоро придет черед. Послал меня в тот день в форте Джордж. Он боялся за мою жизнь. Я должен был остаться. Он сказал, что опасности нет. Он был неправ. Я убью тебя, Коннор. Я клянусь. Но не здесь. Не сейчас. Нет. Сперва. Сперва я уничтожу все, что ты любишь. Да, я сожгу дотла твой дом и поджарю на углях головы твоих драгоценных отцов-основателей. А когда покончу с ними, сожгу и остальное. Твою банду ассасинов. Весь сброд, живущий на твоей земле. Твою деревню и род. Все уничтожу. Попробуй, Чарльз. Но твой план провалится, как и все остальные. Поднимите его! Пусть ждет и смотрит. И потом, когда все его труды обратятся в пепел, лишь тогда я дам ему умереть. Увидите. Весь день бы так делал. И, пожалуй... Какой мрачный вид.
сгореть тебе в аду. Куда поехал Ли? В гавань. Сесть на паром.
эти люди вам подойдут. Зря так думаешь. Они слабые и больны. Нам нужна армия, а не богадельня. Чтобы сделать из них бойцов, нужны месяцы. У нас нет времени. Нет. Прошу, мы сделаем все, что хотите. Только заберите нас. Заткнись. Твой товар для нас бесполезен. Может, обсудим это в моей каюте? Эй, ты, вернись! Так просто не уйдешь. Вот и нет. Эй, ты, вернись! Вернись, болван! Так просто не уйдешь! Черт, ничего. Что я вас разочаровал. Еще бы. Мы такой путь проделали зазря. Спрашивается, почему бы не отправить тебя за борт? Не стоит спешить. Дайте мне чуть-чуть времени. Я осмотрю другие суда. Должны найтись заключенные, что вам подойдут. Хорошо. У тебя 2 дня. Спасибо. Приходи с набранными людьми в таверну «Зеленый дракон» в Бостоне. Мы с хозяином будем тебя там ждать.
что-то нужно, милый? Нет. Грубиян. Чем могу служить? Сами знаете. Простите. О, боже. Я не люблю терять время зря. О, перестаньте. Я стражу позову. Один звук и умрешь. Что вам нужно? Он в гавани. Скорее всего, на дальнем пирсе. Мы слышали, что было на параде. Чарльз занервничал. Сказал, что уедет из страны. Я думал, он перегибает палку. Похоже, нет. Спасибо. Пиво. Тебе все мало? Убьешь одного, придет другой. Разрушишь один план, мы породим новый. Как ни трудись, конец всегда один. Все знают, что ты безумен. И поэтому...
Даже те, кого ты хотел спасти, тебя оставили. Но ты не сдаешься. Борешься. Почему? А больше некому. Тяжелая ночка. Он уехал на пароме. Вверх по реке Чарльз. Мне тоже нужен проезд. Конечно. Только попросите. Mm-hmm.
как они это оставили? Когда ты вернешься, ты сделал, как мы просили, и достиг успеха. Нет, не достиг. Мой народ ушел. Его выжили те, кто, я думал, защитит его. Так нужно. Это жертва. И не напрасная. Ведь ты нашел его. Это? Теперь спрячь его. Там, где не станут искать. И когда придет время, то, что было, станет снова. Я не понимаю. И не нужно. Сделай, как мы просим. А потом делай, что хочешь. А как же мой народ? Ты спас это место. А твой народ хранил его. Это важнее всего. Этого мало. Так будет всегда. Ты ищешь то, чего не существует. Но ты изменил многое и сделаешь это снова. Помни, спрячь амулет там, где никто не найдет. Я знаю, где ключ. Тогда идем.
Ну что, пора? Мы с тобой. Момент истины. Известная история попыток и неудач. Надежды были утрачены, кроме одной. Твое касание. Искра. Искра, что спасет мир. Стой! Не касайся пьедестала. Минерва? Ты. Но как? Ты ушла и уничтожила машину. Ты думала, машина одна? Что тут происходит? Не выпускай ее. Выпускать? Юнона давно мечтает оставить эти стены. Я объясню. Пока мы спасали этот мир, она пыталась захватить его и использовала наши машины против нас. Нумерология. У существования есть опыт. Понять этот код значит покорить время. Это была моя цель. Я создала помощника, Глаз. Но она присвоила его. Мы раскрыли ее планы и пресекли их. Затем мы ушли. Но сначала воззвали к вам, чтобы вы попытались снова. Думали, без нее это безопасно. Я вижу, мы ошиблись. Она выжила, выдержала и начала свои козни. Сотни лет я и Тиния ходили по всему миру, пытаясь возродить цивилизацию. Стараясь передать вам наши знания. Мы были не одни. Но несмотря на все наши усилия, нас все равно ждала смерть. Но перед встречей с нею я посмотрела на вас. Удалось ли нам? Поэтому вы здесь? Я думала, что вы придете сюда и завершите наш труд. Но вы опоздали. У вас были сотни лет, вы потратили их впустую, нагрызнёт тамплиерами, и вы упустили свой шанс. Вам не удастся остановить конец, Дезмонд. Лишь выжить. Она лжет. Коснись пьедестала, и мир будет спасен. Лучше миру погибнуть, чем подчиниться ей. Неужели? Покажи ему. Но он не поймет. Это сложно. Это... Покажите. Послушай Минерву, и солнце возьмет свою. Земля извергнет огонь в небеса. Весь мир заполыхает. Но это не станет концом света, лишь его предвестником. Придет тьма. Потом явишься ты. И решишь предотвратить новый приход этого ужаса раз и навсегда. Ты станешь для выживших символом надежды, знания, решимости. Ты вдохновишь их возродиться, вернуться к жизни,
мир излечится, а с ним человечество. Но ты лишь человек, уязвимый и смертный. Ты покинешь мир, оставив о себе лишь память, свое наследие. Ты станешь для потомков героем, после легенды, а со временем богом. Жестокая судьба — написать призыв к добру и видеть, как его толкуют во зло. Видеть, как твоя попытка спасти мир губит его. Теперь ты видишь, все это повторится вновь. Так скажи, чем это лучше? И всем миром, лишь бы только не отдать мне мою победу. Они поработят вас, Дезмонд. За это ты борешься. Ради этого пришел сюда. Разве свобода значит для твоего мира меньше, чем жизнь? Какая жизнь? Какая свобода? Миллиарды вымрут, все начнется заново. После нашего ухода этот мир знал только ужас и боль. Свобода наш дар им, а ты хочешь его отнять. Хватит! Не делай этого. Какие бы козни Юнона не строила, мы остановим ее. Но твой вариант, там просто нет надежды. Если освободишь ее, умрешь. Это случится мгновенно. Больно не будет. Не смей! Поздно, Минерва. Все решено. Ну что ж, живи и умри, пожиная плоды этой ошибки. Уходите. Все. Быстро. И как можно дальше, слышите? Идем с нами. Мы найдем другой способ. Нет времени. Сын. Ты все знаешь. Процесс уже начался. Надо действовать. Уходите! Идите! Глобального северного сияния. Жизни не видели ничего подобного. Очевидцы сообщают о бушующих грозах и целом ряде необычных погодных явлений. Рекомендуем всем жителям не покидать свои дома и ожидать. Геологи сообщают о сейсмической активности по всему Огненному кольцу. В северо-восточной Канаде наблюдается сильнейшая за всю историю. В результате с ростом интенсивности выходят из строя спутники и трансформаторы. Свои отключения, похоже, снижаются. Наблюдается остаточная вулканическая и сейсмическая активность. Но ничего подобного недавнему. Безусловно, полный подсчет нанесенного урона еще предстоит провести экспертам всего мира. Но, можно сказать, худшее позади. Мы расскажем больше, как только появятся новости. Все. Мы спасены. Ты получил свою жизнь. А теперь пора и мне получить свою. Thank you.
тебя! Будешь бежать! Где твоя мама? Я покажу. Отпусти меня! Сюда! Ты напрашиваешься! Умоляю, помогите! Что вы стоите? Уходи. Зря вы это сделали. Я бы справилась. А так он вернется, и мне будет куда хуже. Почему вы не уедете? Это мой дом и мое дело. Я шитьем заплатила за этот кров. Лучше уж мириться с пьянчугой, чем бросать все нажитое трудом. А если я скажу, что есть место, где можно жить и трудиться без него? Подумаете? В чем подвох? Ни в чем. Наша деревня растет, нам нужны товары. Любимое дело и новая жизнь. Я приеду взглянуть, правда ли это.
Америке ваша служба не пусть нужна, возвращается джентльмены. В Англию в гробах. Смерть угнетателя! Не лезь от них! Thank you.
Есть хотите? Угощу. Нет, спасибо. А где все? Ушли на запад. Давно уже. Похоже, Конгресс отдал эти земли кому-то из Нью-Йорка. Что? И так все чаще. Власти якобы не трогают землю, у которой есть хозяин, но... Как это случилось? Мы теперь сами по себе. Больше никаких англичан. Совсем придется справляться самим. И платить тоже. Продать землю легко, никакой возни с налогами. Говорят, вся война-то из-за налогов. Так что вводить их никто не жаждет. Они там хорошо соображают. Знают, что еще слишком рано. Рано для налогов. Слишком по-английски. Спасибо. Счастливо.